Здравствуйте, меня зовут Евгения Комиссарова, я художник-педагог в художественной школе «Живая кисть» в Санкт-Петербурге. Сегодня я хочу рассказать, как нужно подготовиться к занятиям. Какие материалы нам нужны для работы с гуашью? Ну, прежде всего, это краски гуашевые. Мы должны открыть каждую баночку. Вот. Бумагу. Бумагу можно натянуть на планшет. Для этого вот у нас есть вот такой планшет. Мы кладем лист. Берем бумажный скотч и фиксируем по краям. Чтобы лист у нас не скользил. Вот. Бумага у нас закреплена на планшете. Что нам потребуется еще? Баночка для воды. Можно приготовить сразу две баночки. Тряпочка нам пригодится. ХБшная. Кисти круглые и плоские. Палитра может быть пластиковой. У меня здесь досочка для пластилина. Очень удобная для лепки. Я на ней развожу краски. Палитру можно использовать вот такую, когда нам нужно какие-то, ну, побольше колера намешать. Вот, и если мы что-то большое рисуем. Если вы хотите узнать больше секретов и приемов в работе живописи гуашью, познакомиться с основными техниками. Если вы еще не записались на мой курс «Гуашь для начинающих», самое время сделать это прямо сейчас. Переходите по ссылке под этим видео, оставляйте заявку. Я буду рада видеть вас на моем курсе.